Даду-79 представляет. Оперативная информация по состоянию на 6 часов от Генштаба по российскому вторжению. Начаты 12-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Противник продолжает наступательную операцию против Украины. С начала суток российский оккупант продолжил нанесение ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по населенным пунктам Украины. Захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по Украине. Город Ирпень остается без света, воды и тепла более 3 суток. Подвоза пищи и воды нет. Оккупанты запретили горожанам выходить из домов. Замечены многочисленные случаи съемки постановочных репортажей для российских телеканалов по поводу якобы гуманности и человечности захватчиков. Также в социальных сетях враг продолжает распространение контента, негативно освещающего деятельность в СУ. Украинские военные осуществляют оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери в живой силе наземной техники и средствах воздушного нападения. Источник: Униан, новости Украины. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.